Здравствуйте, дамы и господа, с вами канал «Вкусная еда и не только Джули». И сегодня я буду готовить творожный сыр. Для этого я взяла бутылку кефира, поместила ее в морозильную камеру, а теперь мне необходимо извлечь оттуда массу. Так, сразу скажу, друзья, что нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота, но все-таки я вытащила вот эту бутылку. Теперь сейчас мне нужно раздробить, завернуть марлю и процедить. Большим трудом, но все-таки мне удалось разделить его на две части. Теперь я все это заворачиваю в марлю и ставлю на дуршлаг. Вот, друзья, завтра покажу, что у меня получилось. Доброе утро, дорогие друзья. Вот я уже уложила свой собственный сыр в вазочку и попробовала. Вкус, конечно, потрясающий. Что я хочу сказать? Вот этот сыр я купила, творожный сыр Добротяне, вот с девочным сыр классический, вот такой. Вот видите, сколько я съела, а остальное придется выбрасывать. Вкус его, прямо говоря, дрянь. Очень невкусный. Поэтому я больше такой покупать не буду. Лучше буду делать свой. Я, конечно, вчера не показала на видео, что я в кефир добавила ложку сметаны. Почему не показала? Потому что не знала, что получится. Когда я делала без сметаны, то сыр получился небольшой кислинкой. А в этот раз добавила сметану, он получился настоящий сливочный. Он, конечно, вот такой немножко зернистый, но зерна во рту не ощущается вообще. А вкус просто потрясающий. Мне очень понравился. Поэтому готовьте и наслаждайтесь. Друзья, поверьте, что это очень вкусно. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!